Техника запустилась. Я, Сережа, я тебе попозже перезвоню. Техника запустилась. Что за техника? Техника замечательная. Техника от Mercedes-Benz. Я ее все время демонстрировал вам. Вот. Дело-то было, когда нам Mercedes-Benz решили продаваться в городе Магнитогорске. Потом они куда-то исчезли. Но эта машина не продавалась в городе Магнитогорске. Нет, она в городе Магнитогорске не продавалась. Вот. Вообще, сейчас я расскажу немножко, что касаемо Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, он всегда показывал вам свое лидерство. То есть это был C, E-класс, S-класс и машина такая Гешка, Геленваген. И все это дело было до, в принципе, до 2000 года, да. А после этого Mercedes-Benz, он начал расширяться, и появились и А, и Б-класс, и R-класс, и M-класс. Вот мы едем на ML-ке 350-й. Вот, и GL-класс появился, и GL... Ой, короче, там очень много чего возникло в этом Мерседесе. Сколько такие машины стоят? Ну, настоящие машины, естественно, стоят дорого, да, дорого стоят машины. Но вот я вам сейчас объясню, ситуация была, я посмотрел, тут человек вот аж везде и всюду рассказывал, что такое Mitsubishi Evolution G9. Ну, я прекрасно понимаю, что такое Mitsubishi Evolution G9. У меня, мягко говоря, была такая же машина, Nissan Skyline. Я честно вам объясняю, что эти машины, они усосаны с того момента, как их купили. Это очень большие машины и очень быстрые машины. Если вы что-то себе хотите купить навороченное, то надо, естественно, брать машины из Америки. Там все круто. И Mitsubishi Evolution там продается сразу же. И Subaru WRX STI продается там сразу же. А маленькая проблема в замечательной Америке. Там скорости очень сильно ограничены. То есть и по трассе это максимум 95, ну и сверх максимум это 110. В остальном нет, таких машин нет. То есть если с Америки привезти, ну да, еще можно посмотреть. Вот. Теперь про эту машину. Но машина эта была в руках девушки. В руках девушки. И как за этой машиной смотрели, вы посмотрите. Все, все супер шикарно. Машина сделана в салоне, ее сделали еще мистер К. Помните, такая штука была? То есть машина исключительно чисто блестит. Сделана хорошо. Работает, ну просто супер. Двигатель 3,5. Теперь мы поговорим о том, насколько приятен такой автомобиль. Если бы вы хотели привезти машину с Америки, то вы бы влетели, естественно, в транспортный налог. Потому что там машины продаются. Но там все AMG-шки. Двигатель там 6 литров, и дешевле там ничего нету. Что касаемо наших тараканов, да? Наши тараканы что хотят? А так вот, наши тараканы хотят купить себе Volkswagen Touareg. Прикольная машина, я просто посмотрел, когда она бьется. То есть ее чуть-чуть ударили, и там все обвалилось. А наши товарищи очень хотят этот Land Cruiser 200. Тоже интересная машина. Посмотрела, что бывает, когда она попкой сдает. Попа вся обвалилась, и ничего. А теперь вопрос. Кстати, и на ту передачу в том числе. Сколько стоит такой автомобиль? 2006 года. Так вот, и та машина, и эта машина стоит 1 миллион рублей. Теперь возникает вопрос. Ну, допустим, двухлитровку я могу притащить с растаможкой. А Геленваген, Mercedes-Benz M-класса с двигателем 3,5 вы за сумму 13 тысяч долларов, да ни в коем мере и никогда в жизни вы ее себе не позволите. А вот теперь я скажу, какая прелесть деноминации, дефляция, то есть девальвация, это когда доллар начинает прыгать, а дефляция, это когда цены начинают снижаться. Так вот, наконец-таки россияне купили такие машины, и наконец-таки вы можете машину без каких-либо косяков купить здесь. Вот посмотрите, какая она красивая, какая она стильная и какая она правильная. И вы будете ездить на настоящем Mercedes-Benz M-класса, в то время как остальные будут ездить на том, на чем в Америке никто не катается. В Америке никто не катается на двухсотках, в Америке никто не катается на Mitsubishi. Этот, как он назывался? Монтеро. Паджеро который, понимаете? Там нету вообще. Его, в принципе, там нету. И не существует.
Вот. В Америке, естественно, ездил на Тойотах, но на других, на Тойотах Тундра. Тойота Тундра у нас малая, Тойота Секвоя. В остальном, конечно, настоящие пиндосы, настоящие американцы, они ездят на МЛ-ках, на таких автомобилях. И вот у вас есть возможность купить такую машину. Цена вопроса 1 миллион рублей. Машина, ну, суперовская. Я, честно говоря, я бы, конечно, хотел такую купить, потому что вот в бытность в свое время Top Gear, вы все видели, как они снимали, да? Так вот, чем эта машина, это вообще супер машина. Чем она хороша? У нее пневматическая подвеска. У нее двигатель управляется отсюда, кнопочка. Прелесть. У меня ключей даже нет. У хозяйки, которая сидит сзади. Вот. И у нее есть люк. А у нее такой замечательный багажник. А еще можно снимать снизу. То есть, если бы не проблемка с моей головой, я бы, конечно, плюнул на все это дело и купил такую машину. Я, честно говоря, думаю, что эта машина долго не удержится. Вот, я вам сейчас дам, собственно говоря, телефончик. По этому телефончику позвоните и поймете, да, что такая машина, она способна вас радовать. А радовать она будет очень-очень долго. Потому что, ну, у меня вот тоже Mercedes есть, 600-й. К сожалению, я на нем не могу ездить, но тем не менее. Я хоть рад к тому, что пусть он еще в неисправном состоянии, но он стоит у меня в гараже, а? Красотища. А на этой машине можно ездить, а еще поставить туда газовый баллончик. И тогда 3,5 литра, и на газу это будет вообще шоколадно, а? Так что, ребятки, даже не парьтесь, берите. Супер машины. Мне редко выдается такое, чтобы я в действительности с огромным удовольствием вам это продемонстрировал.